понятно, на печи. Тут тоже время. А я бабушку ругаю за то, что она... Да, 30 цветочки сорвала. А где трактором? Нас заставляли хвататься бабушек, которые продают эти цветы. А сколько здесь будет? Ничтожно. Ну, и что нам нужно делать? Они там не помню. Ну, спасибо, хоть в разговоре. Значит, мы не знаем, чей этот участок, но судя по тем документам, которые у нас имеются, это участок принадлежит некому Басенко Константину, который является руководителем жилищно-строительного кооператива «Томагавк». И решение о выделении 4 гектаров земли в этом месте ему было проведено решением сессии городского совета от 25.11.2009 года. В этом решении сказано, что выделить обслуговывающему кооперативу жилищно-будивельный кооператив «Томаган» площадью ориентировочно 4 гектара для будивництва и дальше эксплуатации житловой забудовы по Белгородскому шоссе в районе селища Ведрадное. Очень похоже, что именно это решение как соответствует этому участку. Кому этот участок принадлежит в настоящее время, мы пока не знаем. Вот яркий пример уничтожения Харьковского городского лесопарка. Сначала идет огораживание территории, потом вырубаются деревья, и дальше идет уничтожение растительного покрова. Как мы видим, здесь много растет пролесков, позже появятся другие растения, в том числе краснокнижные, как тюльпан дубравный. Уничтожаются муравейники, вот видно крупным планом. Хотя муравейники красных лесных муравьев имеют тоже охранный статус. Ну, будем надеяться, что этот случай больше не повторится в будущем. И люди все-таки осознают, что уничтожать природу нельзя, и нужно сохранить это для нас и наших детей. Да, вот тут можно еще снять муравьи. Все, что можно сделать в этой ситуации, это спасти жизнь вот оставшемуся количеству пролесков. Остается только пересадить их в другое место. Больше здесь уже сделать ничего нельзя. За этим забором. А можно не снимать?